знаете, что такое Крымская солидарность. Это организация в Крыму, крымских татар, которая занималась правовой поддержкой людей, так или иначе пострадавших в ходе репрессий против крымских татар. Об этих репрессиях мы говорим по 18 числах на акциях «Стратегия 18» каждый месяц. 27 апреля 2019 года произошли массовые обыски, облавы, задержания в Крыму. И пострадала вот эта правозащитная и волонтерская, по сути дела, организация. Люди привлечены к административной, к уголовной ответственности очень многие. Им вменяется сотрудничество с запрещенной в России организацией, которая считается экстремистской, Хизбут Тахрир, вменяется, как обычно, бездоказательно, фактически 23 человека. Вот в этом списке пострадавших людей. И тогда же, при первых же судах в Крыму, начался флешмоб «Мы – Крымская солидарность». То есть люди в знак солидарности с задержанными, в знак солидарности с узниками совести из числа крымских татар стали выходить к судам с плакатом очень простого содержания, и это запустило по всему миру такой флешмоб. Сейчас с вот этой фразой «Мы – Крымская солидарность» люди выходят по всему миру в самых разных странах к посольствам, консульствам Российской Федерации. Асан, скажите, пожалуйста, буквально пару слов по смыслу сегодняшнего пикета про крымскую солидарность. Ну, снова неприятности у народа. 23 человека арестовано, вывезено в Россию. 55 детей осталось без отцов. Еще ребенок родился, 56. Обвинения вообще непонятные. Просто вывезли людей и тут же перебросили в Ростов, Таганрог и третий город за Москвой. Очень плохо все. В Крыму там список людей, которые выбрали из того, что вот, и, соответственно, я солидарен с крымской солидарностью.